Мы ангелы. Мы пришли на землю помогать людям, направлять их, защищать их, потому что мы любим их. Мы помогаем их душам стать лучше. Я люблю строения, я люблю города, потому что там кипит жизнь и множество людей. Они пытаются быть похожими на самого Бога, строя современные города, как сам Бог создавал природу. Природа – божественное творение, а города созданы для блага людей, для счастья людей. Таким образом, они строят, чтобы иметь более комфортную жизнь. И все же, чем комфортнее они живут, тем менее они счастливы. Разве люди не могут радоваться тому, что у них есть? Почему они не видят красоту вокруг? Красота не только в деревьях и природе, она также в этих совершенных зданиях. Совершенные технические конструкции, как будто сам Бог создал их. Люди также являются создателями, но они не верят в то, что они создают. Почему? Меня всегда это интересует. Когда я смотрю на них, у них вежливые улыбки, но очень грустные глаза. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я хочу обнять их, но они меня не видят. Я хочу шутить с ними, но они меня не слышат. Я хочу танцевать и играть с ними. Я уверена, что если бы они меня видели, они бы последовали за мной, они были бы счастливы. Может быть, люди несчастливы, потому что им нужно думать о еде, воде, воздухе, даже о том, чтобы купить дом, о работе или другой ответственности на их плечах. Общество навязывает им стереотипы. Тогда эта материальная жизнь кажется им бременем. У них слишком много потребностей, чтобы быть счастливыми. Я раскрою вам секрет, что душе ничего не нужно, чтобы быть счастливой. Потому что ей не нужен даже воздух, чтобы дышать. И душа везде и всегда дома. Мы должны помнить, что в жизни есть только счастье. Гармония – это знание, что вся Вселенная принадлежит нам. Не нужно бороться за ресурсы, за лучшее место в жизни, за деньги, за еду. Не нужно завидовать. Поэтому души так прекрасны и вечны. Я – душа, вечный дух. Посмотрите на мое отражение в витражах. Все эти стены должны быть идеальными, чтобы отражать мое совершенство. Потому что вы можете видеть только мое отражение. Помните, когда присутствует ангел, вы можете видеть только его отражение. Знайте это, когда вы видите свое отражение в зеркале, вы не только видите свое тело, но также отражение вашей души. Всякий раз, когда вы видите свое отражение и восхищаетесь красотой своей души, вы учитесь. Только когда мы можем постичь свою душу и гармонию, мы любим этот мир и чувствуем счастье и защиту Вселенной. Будьте красивы и вечны, как душа, потому что мы такие. Даже мы, ангелы, пришли на землю, чтобы учиться и защищать людей. Как жаль, что мы не можем с ними говорить. Мы защищаем их, мы направляем их, но они нас не слышат.
Мы, ангелы, говорим через вашу интуицию или даже внутренний голос, но чаще всего вы нас не слышите. Почему так? Почему они не слышат свой внутренний голос, и это мешает им быть счастливыми? Роль сознания же не в том, чтобы делать людей счастливыми. Его роль, чтобы люди служили своим амбициям или обществу. А для счастья не обязательно быть лучше других. Просто будь счастлив. Мы здесь, на этой земле, не для того, чтобы бороться с другими, а просто жить. Все возможно в этом мире. Мы здесь, чтобы расти и понимать, и наслаждаться всем прекрасным. Домой. Я возвращаюсь домой. Делайте других счастливыми, и если вы можете дать что-то другим, ваша душа растет. Я возвращаюсь домой. Помните это. Помните это. Я возвращаюсь.